Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Неврайт 987. С вами Лицемер, Лунатик, Фанатик, Еретик, проще Нефрит. Ну и... спутница его, да. Все верно. Сегодня, ребята, мы продолжаем прохождение нашего безумного Сэма. Второе путешествие. Ага. Всем, кстати, спасибо. Большая благодарность за тем, кто... смотрит мои видео. Поддерживал нас все это время. Да, спасибо нас, более 1000 теперь подписчиков. Мне это очень приятно, что народ оценивает, смотрит. Не забывает. Да, и не забывайте, конечно же, ставить. Любом. Угу. Подписываться на канал, оставлять комментарий и нажимать на колокольчик, чтобы пропускать наши новые видео. Все верно. Ну, а мы поехали. Так, где мы тут? Зиккурат. Мы все где-то в зиккуратах. Мы все еще там бегаем. Да зиккураты эти, блин. Понаделают. Понаделают тут зиккуратов. Нужно больше. Золото. Ни хрена, зиккуратов. Нет, нужно больше подписчиков. Комментариев и... Люба. Люба. И зиккуратов. И зиккураты тоже, да. Так, блядь, а что я тут делал? Вот. А, отсюда козлы выбегали, все вспомнил. Везде козлы. Сплошные козлы. Вообще. Нет, блядь, там мычит кто-то. Где-то бычки бегают. Что мне больше не нравится. Да, они тобой в это... бейсбол играют. Ага. Туда-сюда запускает меня. Че, блядь, нам не сюда? Че, в части, что ли, дверь? Тут двери одинаковые. Ну они же сразу сторону. Опа. Блядь, в чё он стрелял тут? Когда... он неправильный. Может, какой-нибудь секрет тут есть? Нет, тут не запрыгнуть. Секрета нет. А мы что, факты больше не взрываем? Они не взрывают. Ну, у меня же нету взрывалки еще. А от этого, видишь, ничего не становится. Частями, что ли? Вот так вот. Не стало. Ну да, блин. Еще не, того не лучше. Что-то как-то там страшно не спать. Ну, мы можем засейвиться. А, ну эх, да. Блядь. Эх, блядь. Так, надо засейвиться. Ой, а там портал. Что? Там портал. Да, я вижу. Надо еще на него правильно приземлиться. Вначале броню пробовать собрать. Я в портал зато блядь. Так, я не понял. Это что за, блядь, за аномалии? Сталкер, алюля. Нет, мне надо этот. Броню-то собрать. Может, она тоже секретом. О! Теперь в аномалии. Мы место на секретное. Это как эти, как его в сталкере-то? Полтергейст, блядь. Опасная штука, наверное. Полтергейст или... еще хуже всякие. Полтергейст электро всякие. Блять, вот что-то. Блять, она у меня типа теле... Сук! Это ловушка. Сколько у меня секретов тоже найдено? 5 из 11. Сук. Это ловушка. Как их остановить-то, блядь, чтобы они так не летали быстро? Блять! Да! Ему уже нравится падать. Раз, 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 раз! Есть. А там еще дверки. Я не хочу телепортироваться, я дверки вижу еще одни, интересно. Да, так все просто, да, думаешь? Тихо стало слышно очень. На стену.
Ты опять там шаманишь со звуком? Найдено секретное место. Только сейчас найдено, да? Смотри, я прыгаю, но найдено. Смотри, смотри, стою на месте. Ничего, да? Смотри, оп. Так, окей. Ну почему 5-то все еще? Так сейчас ты, я только сейчас нашел. Почему 5? Ты нашел его уже, да я попался нашел. Ты думаешь? Нет. Тебя что так тихо слышно? Да, я напишу. Странно. Ты микрофон говоришь? Да. А, ну ладно. Странно. Ну ладно, все. Поехали! Раз, 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 блядь! Нет. Раз, раз, раз. Раз, блядь! Сука. Да, блядь! Сука. Давай еще раз. Блин, шаг нельзя делать уже вперед. Блин, 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 блин. Тихо. Как даже туда попал? Значит, выйти могу. Нет. Есть. Да-да-да. Да хватит мычать. Чё мычишь, блядина? Ты шо мышишь? Бладына, бладына, бладына. Чё? Дверь-то не открывается? Да, обидно. Очень. Видимо, надо телепортироваться. Откройте дверь. Значит, только телепортироваться. А эта дверь? И везде написано найдено секретное место. Ну что, как открывать дверь? Не хотят открывать двери мне. Ну, телепортируйте меня обратно тогда нафиг. Да вы! Девушки! Дамочки, ну-ка, успокойтесь. Так любовь не коснулась, что ты хочешь. Что-то как-то это, много любви стало. Да, любовь не Че говоришь? Переписка жал. Че? Думаю, это же не моя пила. Ишь, пилильщики. Да все равно не слышно. Когда я пилю, вообще никого не слышно. Все, я напилился. О, что где открылось? А, это там дверь. Ну что это не пилится? Ну, ракетница. Отмахал, блин. Жилой сектор. Домики опять. Домики искать. Сейчас мы пойдем. Нас уже кто-то видит, блин. Козлы.
ты мне стали умнее? Не знаю, может тебе кажется. Не кажется, или музыка громче стала? Нет. На стену стало хуже слышно почему-то. Да чё у вас... Блядь, их очень много. Бля... Короче, пошел я всех собирать и бомбочку достану сейчас. Побольше надо всех собрать. Пизда всему. Так, лучше слышно меня? О! Вообще! Чё ты там намудила? Ну чё, всё. Ты чё там намудила-то, что тебе хорошо стало слышно? Я просто прибавила. Блять, я раньше тебе что просил? Ну, я зашла на мальчик. Чё ты? Думала, что звук нормальный стоит. Скоро появился. Звук у него нормально стоит. Нормально только у меня бывает стоит. А звук не может стоять. Звук идет. Остановился отдохнуть. Деревья падают. Лесопад, лесопад. Дверь не откроется. Бля. Певцы. О, еще крутая штучка. Еще кого-то не было, да, по-моему? Кого не было? Где кого? Ну, гусь не было, цыпочек не было, девочек не было. А тебе так надо их? Ну, обычно, если монстры все есть, то все есть. Вообще. Он гору опять. Чё, кто круче? Да ты! Чудак, блин. Бля, да где у вас столько тут чё-то? Только я ору. Откуда они берутся? Ты знал, что не портир, телепортирует проход. Телепортеры хезаные. Почему я деревья спиливаю, и они телепортируются? Гринпис тут, сук! Там. Уже на тебя нападает. Оооо! Так, сейчас вот еще дерево спилю, опять появится ведь. О, ботиночки. Побегушки начинаются. Сейчас.
Бля. Слушай, какой неожиданный, а. Жух. О, а тут что у нас? Ой. Ох, зря. А я хочу до тут добежать. Если под... ну тут... Энна! Да ты заколебал! Че, до туда ведь могу добежать, ведь реально, да? Давай добежим. Ну, по идее, наверное, туда, да? Ну, там, наверное, секрет полюбаться, да? Если мы можем туда бежать. Бежим, значит, раз можем. Так, блин, мы сейчас медленно бежим. Ну так бежим ведь. Крутяк. Ой. Бля, здесь, оказывается, опять? Нельзя находиться. Да, там это... беда. Все, пиздец мне. А такое ощущение, как будто я в этом прыгаю. Как его? Вот сюда можно бежать, я знаю, только надо это, в ботинках. Ну, блин. Ну, возвращаемся обратно. Ну да, не получилось у нас. Травка, цветочек. А так манит туда, манит прямо. Да вообще. Ну. А полюбасу секрет, я уверен. И вот это, наверное, секрет. Возможно. Нет. Нет. Опять мужики. Да, бля. Где ты, блин? Комар недоделанный. Такой надоедливый, как комар, как будто пищит, блин. Ну да, есть такое. Так что, у меня снайперка полная? Хо-хо. Что ж мы там про нее забыли? Про снайперку. Так, мы одно крыло поставили. А у нас есть второе крыло? Ну, видать, нету, если мы только одно поставили. Мама! Да ну нахер, где у меня эта взрывалка? Ого! Чё-то... Блин. Ну, это был лучший вариант просто. Если бы я не взорвал бы их... Очень много было. Мне был бы полный фарш. Я бы не успел бы от них от всех стреляться. Ну да. Меня кто-то видит. Гору где-то был, нет? Вот где? Вон. Ага, напалмом. О! Девочки летят. Только про них вспоминала. Бегают всякие. Тут и шуркает. Вообще беда. Вообще беда. Вот кто уркал. Мне дерева-то дадут еще попилить? Думаю, что на это есть время. Ну мне охота хоть еще одно дерево спилить.
там ботинки были. Я видел. И я вижу оазис еще один. Увидела, да? Угу. Там, значит, секрет. Ну куда ты? Ты куда бегаешь-то? Кто на кого охотится? Ты на меня или я на тебя? Так, мы знаем секрет. Так, а там что интересно? Может, там что еще есть? Да, сейчас сходим, потом ботинки заберем. Угу. Чтобы за секретом сбегать, если что. Угу. Здесь, походу, дело ничего. Ну да. Ничего. А тут что-нибудь? И тут ничего. Можем уже обижать всю местность вот так, коли нам возможность дается. Думаешь, обижать вокруг? Попробовать, что ли? Нет. Я поняла. Не получится. Ну да. Нам даже это не дают сделать. Там злой дядька сидит. Да, и нам поговорить тюк. Откуда не берутся эти злыдни, пискин злодей? На тютюрник, блин. Сполохуйка. Давай, бери ботинки, погнали. Так, блин, куда это бежать надо было? Сук. Я потерял. А, вон он, вон он, вон он, вон. Вот хорошо, что у меня снайперка была. Да. Хоть с помощью нее, да. Да. Это всего лишь патроны для дробовика. Чего-то сейчас тут будет. Ты вот ты, пожалуйста, утка, утка, гусь. Только про нее вспоминала. Про всех и птичек у нее нету, курочек летающих. И утка, утка, гусь нету. Пожалуйста, все тебе сразу же. Да. О, и цыпы. Ну да, тут их не было. На стену, я тебе, короче, вообще видно, да, ротик буду чем-нибудь затыкать. Чтоб тут не каркало. Тут накаркивает тут. Нету этих, нету этих. Тех... Тех нет, этих нет, блядь. Сразу же все есть. Че, у меня ракетница полная? Круто. Там секрет дали? О! 7 из 11, да. Еще 4 где-то. Нету дерева, не было? По-моему, не было. Нет. Пойдем в большой дом. Зачем? Вот туда? Да. Мы пока еще здесь все не прошарили, нам уже туда идти. Нет, нам по идее туда надо. Ну, по идее нам туда. Ну по идее же надо все начать обшарить, чтобы найти секреты. Так ведь? Ну да. Да, именно. Вырубите деревья. Че, гринписов-то больше нету? А, еще, кстати, сюда вот зайти вот. В этот домик. Там. А, там патроны лежат для ракетницы. Все, думаю, что там такое блестит. Гринписов-то кончились, ребят. Чего? Гринписовцы, видать, кончились. Ну да. И чё, и ничего не дали, что? А, там дерево еще одно. Да, вон там растет. Вроде больше деревьев я тут не вижу. А, нет, вон их.
Это мы заберем. И нету ничего здесь. Как так? Обидно. Хочу туда, но не могу. Жалко, ботинок нет. Мы сбегали туда. Угу. Ладно, пойдем в последнюю дверку. Пойдем. Сюда крылышко поставили. То есть у нас было два крылышка. Да. Короче, крылья мы... Пошли тогда в большой дом. А мы же крыло поставили, должно же что-то произойти. О! Я же говорю, что должно же произойти. О, бля. Так и тогда, да, еще со спины еще. Я же говорил, что должно было произойти что-то. Ну да. Как так? Что-то ставишь, что-то сделаешь, так. И никакого эффекта. Чтоб я вставлял, что-то ничего не происходило, как-то неинтересно. Бля, о. Старые знакомые. О. Опять он с буквой ЗЮ бегает. О. Гринпис пришел. Еще Гринпис бежит. Вот видишь? Ну да, ну да. Как так вставить и без эффекта? Это двусмысленно звучит, конечно. Очень двусмысленно. Да, бля. Да, вот, вот, вот. А там еще и вон этот супостат. А мы тебя пожгем. А мы еще тебя пожгем. Сложилось. Ты мне тут порычи еще. Я говорю, супостат. Хе-хе-хе-хе-хе. Его обманул. Засейвись. Засейвлюсь. Понятно. Так что вот. Так. Едем дальше. Идем. Деревья. И на той стороне деревья. Анализ опять что-то. Да пришли мы куда-то. Сибрат, еще один жилой квартал. Бля. Да мне, уже мне уже хватило одного жилого. А тут еще и налево, и направо надо будет идти. Он тебе говорил про деревья, из-за чего. В
Заходишь в одну дверь, а там еще куча дверей. Районы, кварталы, жилые массивы, блять, пиздец. Че, вообще нет? А, нет. Да как долго? Нет, перележу такие лошадки. Долго. Ну да. Окей, ты самый быстрее. Конечно. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так, а тебя я не заметил. Где ты? Где он? Сыщ, гора. Откуда-то оттуда лупасит. Здравый, еще прячь ты. Я его в упор не вижу. А вот с другой стороны. Вот же хер. Да. Видно, товарищи, да. Все деревья все равно вперед. И да, не узнаем, пока не скинем, где теперь. Пятигоровидная тварь. Обманул, 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 обманул! Догнал. Блять, еще один где-то. Где-то там вот. Ага. Еще один бегает где-то, комар вон. О. Фу, как они мне уже надоели. Я тут деревья спокойно попилить. Афродизиаки пошли, виагры.
Кольчушка. Кольчушка. Тут больше ничего нету. Да. Все. О, там вот что-то. О, да. Что там? Царь скорпионов был. Не, это маленький был. Чем мне с ним делать? Прикоснулись к священному камню, блядь. И девки пошли. О, да тут во сколько пошло-то? Как бегут-то все. Что-то их много там. Что с ним делать? Я не знаю, я прикоснулся. Написали, что я прикоснулся и все. Хо-хо-хо-хо-хо. Хедшот. Да, тут крутая штука была. Ну я ее заберу только сейчас. Из пистолета буду всех убивать. Давай. С наганов своих. Я-ха-ха-ха. Где у меня кончается все? О, все кончилось. Да. Да. Веселуха. Нормально. О, да. Вы тут откуда здесь нарисовались? О, там горы еще. А ты думаешь, что будет все легко? Я тебя ни разу еще не поджигал. Вот так вот, Гора. Сгорел на работе. А такое ведь реально бывает. Реально бывает. Бывает. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Вы были на канале NefRighter987. С вами был Неф. И Настя Нау. Ну и? Не забываем ставить любом. Подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, нажимать на колокольчик, не пропускать наши новые видео и вступайте в группу ВКонтакте.
О, прикольно. Да, ребят, всем еще раз спасибо. Пока-пока. Let's rock.